Принять участие в крупнейших государственных и частных проектах страны – такая задача стоит перед производственным сектором региона. Самарские предприятия получат весомые подряды, в том числе на таких масштабных стройках, как «Космодром Восточный-2» и газовый завод «Ямал-СПГ». И вот новая программа. В России стартует модернизация сети морских и речных портов, а это значит, что оборудование для их реконструкции могут изготовить самарцы. Я бы хотел, чтобы тоже наши предприятия, которые особенно работают с металлом, да и не только с металлом, там перечень может быть самый различный, и вы очень внимательно ко всем этим вещам отнеслись. Даже не сами ищите заказы, а как бы представляют возможность там получить заказы. Причем год назад было одна обстановка, ситуация. Сейчас она другая, сейчас она значительно более актуальная. Почему более актуальная? В связи с новыми санкциями стало абсолютно ясно, без собственных усилий, без собственных разработок, без собственных поставок мы сделать не сможем. Время дает самарским предприятиям возможность занять ту нишу, на которую раньше могли претендовать и зарубежные. В частности, сейчас специалисты транспортной лизинговой компании изучают возможности региона. А вместе с заказами приходит прибыль, новые рабочие места и налоги на содержание городов и районов. Только так предприятия могут работать уверенно, тем более, что сегодня в стране есть масса проблем, которые сдерживают развитие производств. Высокий уровень налогов, растущие цены на энергоносители, черные цветные металлы, транспортные услуги, высокие кредитные ставки банков, острая нехватка квалифицированных рабочих кадров. Что касается кадров, сегодня настало время поддерживать талантливую молодежь со школы, иначе зарубежные компании продолжат переманивать самых способных учеников. По мнению губернатора, это задача в том числе и регионального союза работодателей. Сегодня он объединяет больше 170 организаций и вузов. За заслуги в развитии экономики страны ассоциации вручены награды. Флаг Самары с лентой, грамоты и памятный знак «Город трудовой и боевой славы». Олег Зверев, Василий Колдашов. События.